Сейчас, мне кажется, ему обязательно это необходимо сделать, если он претендует на победу. Если он хочет, да, хотя бы на медаль, да, о победе, думаю. Уже все, вопрос снят. Извините, я по инерции это сказал. Конечно, вопрос о победителе снят. Все. Теперь вопрос только о медали. Ну, вообще-то он говорил о том, что еще до старта, что быть третьим за русскими это огромный успех. И нервничал он только до старта. Звучит музыка Джерри Голдсмита. Только 3 оборота.
чистое катание. Если в чем оно уступает, то заметно. Это, конечно, сложности атак, впечатление, конечно, потрясающее этого катания. Владимир. Кристально чистое катание, но на сегодняшний день без четверного бороться за медаль в мужском одиночном катании сложно. И вот я бы еще что отметил, то, что отметил сам фигурист. Он, вы знаете, говорит, что он получает истинное удовлетворение и от катания, и от музыки. Действительно, музыку подобрать, вот музыкальное сопровождение, чтобы она не только отражала правильно характер, а заданный. Высокие баллы поставили судьи за артистичность до 5-9, что позволяет Тоду Элдриджу занять третье место. По сумме, да? В итоге. Итоговое третье место у него, да, конечно, он не догнал двух наших фигуристов, но его мечта сбылась.